Давным-давно его на свете нет, того русоволосого солдата, весьма путан 30 с лишним лет, и все-таки дошло до адресата. Размытыми годами, как водой, от первой буквы до последней строчки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И память молчаливая вела по ниточке надорванной и тонкой. Она в письме была еще девчонкой, еще мечтой и песнею была. Он все сейчас разворошил, как будто тихий стон ее услышал. Муж закурил и осторожно вышел. И сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется. Еще он жив, еще он на войне. Еще надежда есть, что он вернется.